Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Безумные монстры». И сегодня я хочу пройти вот этот островок. Да-да. Ну что, поехали в бой. Надо вспомнить навыки, как говорится. Вспомнить свой скилл. Прокачать его хорошенько. Ну-ка, кто у нас тут? Блин, я забыл посмотреть на свои карты. Что у меня с собой взято-то, по крайней мере. Ладно, фиг с ним, давай попробуем пока так поиграть. Заморозка. Этот, наверное, надо дуплиться. Давай ракету. Блин, я рассчитывал вон туда. Ну, дед, понятное дело, воскрешается. Холодильник на деда. Улей на безумца. Ушатали мы его. И сюда, наверное, из пушки бомбанем. Первая волна пройдена. Вторая. Слушай, можно, в принципе, динамит туда закинуть. И барабан судьбы. Посмотрим. Ага, Гринчу крышка. Этому гоблину интересно, крышка или нет. Но мы этого заморозим пока, чтобы не вякал. И сюда бросим улей. Четенько все. Так, и бросим ракету. Неплохо. Переходим на третью волну с тобой. Применяем заморозочку. Все заморозятся, все. Так, давай, наверное, из пушки бомбанем для начала. Плюс кинем улей. Сейчас они опять отойдут, и мы с тобой еще раз их заморозим. Вот так. Отлично просто. Холодильник плюс ракета. Гоблин сразу снесли. Ну, ракета критует офигенно. Тем более, когда противники заморожены. Так, мне не нравится вон там мороженка, которая ожила. Ну-ка, динамит лови. Вот и все. Допрыгалась. Едем дальше. Так, тут страж. Так, ракета полетит в него. В него. Улей закинем. Блин, опять в него. Тогда заморозку делаем. Массовую. Так, а теперь нужно с этими опарышами разобраться. Так, ракету выпускаем. Безумец почти готов. Бросим динамит. И останется у нас скелет. Скелет, естественно, будет получать из пушки. На тебе. И двигаемся на пятую волну. Опа, а тут клоун. Блин, а у меня нет массовой атаки, прикинь. И он мне все карты, ребята, сжег, а. Теперь наугад бомби. Ну хорошо, что здесь заморозили. Кстати, у нас есть массовая заморозка. Плюс ко всему. Ну давай, энергия, быстрее копись, копись, копись. Быстрее, давай вот так попробуем. Блин, это пушка оказалась. Это оказалась пушка. Так, он отошел, замораживаем. Плюс улей в деда. Меняется, естественно, меняется. Посмотрим. Только не трогай деда. Он все равно отдуплится. Ну, ё-моё, ну... Этот там сгорит или нет? Да, он сгорел. Ха. Ну что, дедок, зомби, вот и пришла твоя пора отдупляться. И переходим на последнюю волну. Сразу применяем заморозочку плюс ледяную ракету. Блин, а чё ты-то не заморозился, хлыщ? Так, ну-ка бросим улей. Да не туда ты бросил, надо было в Гринча кидать ее. Ё-моё, ну серьезно. Динамит. Блин, зомби упал, но он опять встанет. Так, этот хлопнул, как я не знаю кто. Гринч адское зелье кинул, а? Паршивец. Опять сейчас встанет. Не то творим, не то абсолютно. Ну-ка попробуем. Нам сюда всего лишь удар, да. Минус Гринч. И деда сейчас этого зомби уничтожаем из пушки. Ну что я тебе скажу. Мы прошли. Мы с тобой прошли этот уровень. И приумножаем. Ну что же, неплохо. До уровня нам еще ой, как далеко. Но у нас голубь. Деревушка зомби. 6 волн. Тут у нас получается гайки, звездочки и карты на 1,6 1 миллиона. Хо-хо. Погнали.
Тут у нас еще, кстати, задание. Опять забыл посмотреть на свою колоду. Ну, на колоду-то я видел. Может быть, там прокачать можно какие-то карты. Вот я к чему говорю. Ну что, поехали. Естественно, начинаю с заморозки. Опять-то вот эта мороженка. Кстати, напоминает мне: поймай курицу, если сможешь, да? С головой там у нас этот почти ничтожный Джоу бегает именно с такой курицей на башке. Так, давай, наверное, мы сделаем еще заморозку, чтобы они тут не буянили слишком сильно. В плане, мороженка не заморозилась. А должна была. Но зато я могу в нее спокойно бросить улей. На. И, возможно, повезет, если заморозим. Нет, не повезло. Удар получим. На 5000. Еще и заморозил карты мне, гаденыш. На тебе, тепленького. Переходим на вторую волну. Ну что, заморозка? Тут уже и муха, давно я ее не видел, кстати, с ружьишком, все дела. Только не в деда. Понятно. Именно в деда будет. Это специально все сделано. Минус муха. Она же прям взорвалась, ты видел, как хлопнула? Так, сейчас гоблина попробуем. Как его попробуешь-то? Сейчас ракета прилетит сюда, ну естественно. Чтобы этот дед встал. Ну и как там быть? Лопнул. А, ну тогда все. Тогда замораживаем. И что делаем? И стреляем из пушки. Вот как-то так. Опять же заморозка. Опять же заморозка плюс улей. Плюс ракета. Только не в зомби. Давай не в зомби. Вот, в медузу. Отлично. Точнее, это не медуза, а кальмар. Плюс холодильник. Этот сейчас очнется, да? А если динамит кинем? Уже не очнется. Ах ты, дед. Твою налево, все время про этого деда забываю. Ну, я сейчас заморожу их. Минус этот слизень. И остается зомбарик. Мы можем с тобой подождать откатов и действовать именно по откатику. Оп, вот так, например. И еще, опа, и все. И он ничего не сделает. У нас с тобой есть время. Вот он и хлопнул, время. Так, здесь у нас грифа. Вот она, заморозочка. Ништяковая. Так, мы их заморозим, кроме грифона. Грифон буянит. Сейчас начнет поглощать умершие души. Вначале ударит меня, а потом будет поглощать. Еще и карту мне в дребезги разорвал. Давай заморозку. Слушай, ну тут, я думаю, сделать можно немножко попроще. Бросим динамит, он, правда, поглотит две души. Но этого не спасет. Это нисколечко его не спасет, потому что у нас есть с тобой ракета, которая готова выстрелить по замороженному грифу. Все. Пятая волна. Нет, мне не надо ничего получать, у меня и так все хорошо. Окей, слизень заморозился. Плюс улей, плюс вообще массовая заморозка. Вот так, этот горит. Давай сделаем барабан судьбы. Все три выстрела сюда, да? Пух, сдвинули. Теперь что, ракету, наверное, запустим? Так, минус голубь. А здесь холодильничек. Так, снегобум. Пускай они все замороженные будут. И теперь бросим улей, наверное, сюда. Но он не успеет отдуплиться. А если динамит, тогда крышкой. Ну что же, и последняя шестая волна. Смотрим, кто у нас тут. Не надо мне. Массовая заморозка. Плюс сразу же выпускаем ракету. И надеемся, что они в зомби. Вообще круто. Вообще круто. И холодильник. Ух. Как им хорошо достается-то там. Плюс пушка. Сместили. Так, улей. И хотелось бы, наверное, динамит. Остается только зомби-дед, которого мы сейчас с тобой должны что, заморозить, попробовать? Успеем? Нет. Или успеем? Успели. И добивка. Слушай, идем вообще круто. Мне нравится. Так, у нас здесь с тобой молот. И вот это все будем обязательно приумножать. Ну, а мы переходим с тобой на следующий поединок. Здесь у нас разыгрываются топорики. И вот сейчас я зайду в инвентарь наконец-то глянуть. Слушай, ну по прокачке у нас вообще ничего нету. Все на месте стоит. Так, в магазине. Давай-ка мы откроем с тобой вот этот
коробочку. Угу. Все остальное у нас получено. В принципе, мы можем с тобой открыть вот этот вот супер-пупер сундук, потому что гемов у нас достаточно. Опа. Громовая туча. Последний аргумент. Дискошары, это все мне сейчас еще, наверное, приумножить дадут. Шокодрон. Рыбный дождь. Вау, 3,7 ляма. Шестеренки, и что тут? Энергия, а можно умножить это все? Слушай, ну не кисло, совсем не кисло. Тут, по-моему, даже у нас будет какое-то увеличение. Блин, нет, рыбу, к сожалению, не сможем. А я думал, что сможем. Ладно, ничего страшного, пойдем. Наваляем сейчас этому старому деду в ушанке по полной программе. Тут у нас еще, кстати, дополнительные миссии есть. Ну, уже откат на них произошел, поэтому, может, поиграем. Опачки! Ведьма, ну как всегда сожгла мне все карты, теперь будем наугад тут. Хорошо, что заморозка выпала. Плюс... А нефиг выпендриваться, согласись. Нормально, ведьма получила, что заслужила. Вот энергии у нас с тобой нету, а сейчас будем получать звездюлей. Ой, от всех причем, и от одного, и от второго. Плюс нам скрыли все способности, мы не увидим теперь, что там будет происходить. Ну-ка, ракета, бомбани по свиноте. Да. Ну, хоть кого-то уничтожили. Сейчас мы из пушки добьем ее. Все. Переходим на вторую волну. Да не надо мне пока тут ничего получать. Так. Ракета в него. Ай, красота. Ну, лучше не придумаешь. Заморозим с тобой зомби. Убивать я его не собираюсь. Давай динамит, наверное, бросим. Двоих сразу. Одним динамитом. Как по щелчку пальцев. Так, бросаем с тобой заморозочку. Давай только не в зомби. Да чтоб тебе. Теперь надо как-то аккуратненько сделать, чтобы его не прибило. Уже хорошо. Так, теперь-то что? Ну, будем надеяться на... Дед отдупился, но, естественно, встает. Давай его немножко отодвинем. Я хочу заняться этой бабкой. Так, мы ее заморозили. Ракета сработает на бабку? Еще как сработает. Но дед успеет бомбануть все-таки по нам, да? Жучара мелкий. На тебе улей в рот. И все пройдет. Ну, бросаем заморозку. А что делать-то? Да что ж ты, как ты выжил-то, а? Волчара. С нахладными губами. Ну-ка. Грифон жив еще. А ракету если? Ну, даже так сойдет. Так, грифон-палач все-таки поглощает души. Ать! Я понял. Ну что, грифона в минус. И остается волчара. Из пушки, наверное, я его... Вот так вот. Ну что, у нас с тобой пятая волна. Барабан судьбы плюс улей. Плюс улей, говорю. Так, все горят, все полыхают. Динамит сразу же. Это сгорит. Да, получил я по шеям, потому что он с задней линии отдуплился. Холодильник-то все на этом, что ли, идет? Провокатор фигов. На тебе улей. Слизень ты недоразвитый. Слизень недоразвитый. Нормально звучит. Ух ты. Нет, успел все-таки, а. Слушай, 26 тысяч здоровья всего лишь осталось. Но последняя волна, я надеюсь, мы справимся. Так, здесь эти два брата-акробата. Звездная десантура, блин. Тоже мне. Так, здесь, наверное, сделаем таким вот образом. Зря вы, конечно, деда подожгли, причем три раза. Лучше бы что-нибудь посущественнее. Давай бросим динамит. А эти-то довольные. Ну, естественно, первым отдупляется дед. Но он встанет. Улей в кого? Отлично, в этого. Блин, сейчас по шеям получим. Ох, как больно получим по шеям. 12 тысяч хп. Смотрим, в кого летит. Так... Лопнул шитик.
Еще один готов. Ну что ж, дедок, вот и пришла твоя участь. Отдуплиться окончательно. Из пушки я его добью. Все. Ну что, неплохо, я тебе скажу. Очень даже неплохо. Получаем много листочков, получаем много звездочек и все это умножаем. Так, дед получил свое, и у нас последний здесь дед, где разыгрывается лук с тремя стрелами. Ну что, я думаю, сможем также легко его пробить. У нас еще ивент с роботом, кстати, надо посмотреть, сколько он там назарабатывал нам. Так, я вспомнил, да-да-да, здесь только массовая вот что может сработать. Общая заморозка, остальное все он будет поглощать. Даже вот эту вот ракету он и то возьмет на себя. С одной стороны, даже хорошо, не будет мешаться здесь под ногами. Так, зачем я бросил снегобому, вот скажи мне. На милость. Так, очнулся, да, голубь? Спать, я тебе сказал. Такой вылупился, да, мы его сразу, оп, опять в заморозку. На тебе динамитом. Плюс улей ему бросим. Все, и остается у нас слизень. Полетела ракета. Шикарно. Ну что, двигаемся дальше. И у нас... Не очень, конечно, хорош. Хотя... Блин, я думал, грифон надо дуплиться. Динамит. Вот кто нам поможет. Так, и остается лишь кактус. Успеем? Да мы успеем его и заморозить, и вообще распетрушить. К чертовой бабушке. На тебе. В пузо прям, ракета залетела ему. Здесь сразу же заморозку. Когда вот я вижу этих охламонов несчастных, в плане, все заморозились, кроме этих охламонов. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, подожди, они же сейчас как звезданут. На десятку лупят, ты представляешь, на десятку. Мы вот здесь их можем заморозить. Я рискую. В кого полетит? Ну конечно же, в деда-зомби. В кого еще может прилететь моя ракета? Не в этих упырей, а именно в зомби-деда. Ну, хотя бы растения это уничтожили. Так, еще лучше. Заморозка, потому что откатывается заново. Дед, естественно, своей грязной рукой меня тронул лица. Точнее, не меня, а моего персонажа-медведя. Мы же играем с тобой за медведя, надеюсь, ты не забыл это. Так, улей в Терминатора. Ну, ты понял, да? Там отсылка к Терминатору, помнишь? Т-1000. Лопнул ты. Он просто хлопнул, как этот, надувной шарик. И у нас с тобой четвертая волна. Да не надо мне здесь ничего. Сколько вам раз говорить? Снеговика заморозили. Абсурднее ничего не можно придумать, ребята. Заморозил снеговика. Кому скажи, рассмеется. Так, ну что, я думаю, что этому крышка будет сейчас под осиновку несчастному. Так же, как и этому. Ну что, под осиновку сгорит или нет сегодня? Помочь надо ему. Так, и... А не получится бомбануть-то его. Заморозка. Вот что. Нифига он там взорвался. Как будто какая-то бомбежище было сейчас. Так, вот этого надо нам как-то на передний план перекинуть. А как ты это сделаешь? Да никак. Вообще никак не сделать. Еще и люлей даст мне. Предсмертный, так сказать, хрип свой. Давай, наверное. Хотел, блин, думал, сейчас заморозили. Наполучал от всех, кого не лень. Ну что, у нас тут получается последняя битва. Битва титанов. Клоунада. Это ведьма, ё-моё, ребят, это ведьма. Со своим этим, блин, сжигателем карт. Ну-ка, ракета, лети в неё. Сейчас сожгет. Нет, ничего она не сожгет, мы её... Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я только сейчас увидел, что у нас с тобой здоровье-то. Ху-ху-ху. По мизеру. Как сделать? Наверное, вот так. Это фигня полная. В кого полетит ракета? Ага. Я ульем добиваю. А деда-зомби, естественно, буду замораживать. Применяем, придется, ребята, это крышка нам будет.
Видишь, на 12 тысяч бомбанул. Если бы я не кинулся, он бы нас просто уничтожил бы. А так уничтожаем его мы. В плане. Какого лешего? Все. Да, тут было сложновато. 2 миллиона карточек на лук получили. Так, ну что, мы прошли с тобой этот участок, как я и обещал. А теперь я хочу глянуть, что у нас тут. Чемпионская арена. Да, я хочу поучаствовать здесь. Возможно, выпадут шикарные награды. И хочу, в конце концов, получить новый уровень. Посмотрим, что у нас тут. Ага. Сколько же здесь? 6 волн. Всего лишь 6 волн. Это страж? Страж. Блин, а кактус-то у нас живехонький. Сейчас будет своих крыс мне разбрасывать, да? Успеет? Блин, ну что же ты. Все, забросил мне крысу свою в инвентарь. Ну кактус уже все, он один остался, мы его тут распетрушили. Двигаемся дальше. Так, заморозка. Тут, в принципе, никто из опасных нету. Ребят, ну гринч есть только. Так, скелет сразу отдупляется. В гринче летит улей. Ну, а что это? Эта бабка нам ничего не сделает. Она у нас одна. Мы ее сейчас еще подожгем. Пускай горит. И из пушки добьем, наверное. Нет. Сгорело все равно. Так, следующая волна. Слушай, это же, по-моему, ведьма, да? Просто скин у нее другой. По-моему, это ведьма. Я не буду утверждать, но что-то мне подсказывает, что это именно она. В кого полетит моя ракета? Ладно, зато это осталась одна ведьма. На тебе улей. Это раз. Два, заморозка. И что? И подождем, когда ты сгоришь. А нет, она не сгорает. Потому что закончилось. Эффект горения. Переходим на четвертую волну. Почему... А, я уже хотел сказать, почему кактус не замораживается. Нет, он все замораживается, все отлично идет. Улей бросаем именно в него. Там, я смотрю, два брата-акробата, да, у нас стоят. Джентльмен удачи, ё-моё. Опа. И остается один этот. Даже... Действительно один брат. На тебе заморозку для начала. И на тебе еще ракету сверху. Ты видел его взгляд? Взгляд на небо. Что ты мне показываешь свое изображение? Скажи-ка мне, волчара. Противно, противно ты выглядишь. Губы ботоксные. Некрасивые. Так, окей, окей. Из пушки я бомбанул, с вашего позволения. Вот, вот это хорошо, что он здесь на первом месте. Замораживаем. Надо его разобрать. И как можно быстрее. Ракета. Шикарно. С передней точки, естественно, он атаковать нас не будет. Ну что, волк, мы тебя будем сейчас кромсать. И это еще не все, это только начало. Холодильничек сверху получи. И... ждем. Заморозка идет, потихоньку идет, 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 идет. Зачем я вот это сделал? Зачем я тупанул и бросил, скажи мне, рыбный дождь? Так, 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 жду, жду, жду. Пора. Бамс. Последняя волна у нас. Снеговик. Мне нравится, что у него нос клюшка. Теперь динамит. Что такой крепкий-то, я не понял. Ты смотри, а снеговик-то. Шутить не привык. Серьезный малый. Сейчас ракета прилетит. Ага. То есть ракета летит в замороженного. То есть если у нас один кто-то из них заморожен, то 100% ракета прилетит в него. Я так понимаю. Так, этого психа надо морозить. А этот звездонет. Холодильник в кого прилетит? Естественно, в снеговика, потому что он один остался. И улей его добьет. Как-то так, ребят, сундук. А мы заработали.
Ну, я вначале думаю, что вот это надо приумножить, а потом еще то, что выпадет из сундука. Так, а в сундуке нам выпадает следующее. Золотой орел. Жаба войны. Пестициды. Жгучий улей. Овощевание. Шокодрон. Миномет. И шестеренки. Плюс все это умножается. И у нас остается еще одно событие. Но, насколько я помню, оно очень сложное. Свалка Тимми. Побежали на эту свалку Тимми. Попробуем ее пройти. Не знаю, какой будет в конце босс. Если мы неправильно с тобой все это подберем, то босса просто не сможем одолеть. Ну, дают стандарты. То есть потом мы их, конечно, можем поменять. Единственный вопрос, на кого? Ну-ка. Так, секунду. Давай из арбалета, из лука. Тинч. Ну, неплохо. А это все-таки колбасина меня сейчас ударит. Расклепали мы ее. Поехали дальше. Раз. Двас. Трис. Топорики. Плюс. Угу. А этот ударит. Минус Гринч. Иди отсюда. Третья волна, да? Ну-ка. Раз. Два. Минус. Топорики. И молот. Да я понял, что ты бросаешь мне крысу. Ну что, получается, с первой волной справились. Награда, кстати, будет шикарная. Так, выбери цвет карты. Ну, я предпочитаю, наверное, заморозку. Заморозку и... Ну, наверное, берем пестициды. Возьмем вот эту штуку. Правда, она не прокачана у нас. Продолжить. Эти пушки у нас не прокачанные. В бой. Тут дофига у нас будет, конечно, поединков. Но ничего не поделаешь. Когда вот этого слона я увижу, а? Вообще, он есть в игре? Или так, просто картинку нарисовали? Блин, у меня нет ни заморозки, ничего, да? Как хочешь, так и бомби. Улей. Окей, допустим. Лопнул. Ё-моё, я думал, что успею. Ну что, топориками? И молотом. Ну, сгорит он. Так, следующий. Заморозка. Сразу же, ребят, арбалет. Ну, лук, арбалет, блин. В общем, вы поняли. Ага. Подонкообразный сдох. Получи. Топорами. Теперь улей в лицо. Твою налево, а. Сбил мне карту. И третья волна. Да не надо мне здесь ничего. Поехали. Раз. Два. Три. Так, заморозка на кого пойдет? Немножко не туда я хотел, конечно. Ладно. Давай бампнем этого и этого. А свинья отхиляется, да, за наш счет. И бомбанет еще по мне. Все. Уничтожили. Прошли еще одну волну. С горем пополам. Выбери цвет. Ну тут я возьму тогда огонь. Потому что огонь и... Огонь и электричество... Ой, электричество. Огонь и лед — это самые прокачанные мои карты. Поэтому у меня нет резона брать какие-то другие. Так, ну что, давай посмотрим, кто на этот раз. Опять же, три волны будет. Скажем, раз моих здоровья, по-моему, все-таки немножко увеличивается. Я могу, конечно, ошибаться. Бросим динамитик. Окей. Давай сразу двоих чпокнем. Раз и два. Вторая волна у нас. Холодильник. Молот. Дробовик. Это ведьма. Это ведьма. Так, лопнул. Сюда. Я думаю, взорвется. Угу. Они оба взорвались. И последняя волна.
Поехали. Так, что делаем-то? Наверное, вот так. Что-то как-то не хочет он. Отдуплился. Вдвоем причем, вместе с этими братишками. А этого расстреливаем. Ну тут как-то легко получилось. Давайте мне награды. Это третий только. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Блин, еще прилично. Новый уровень. Ну вот, наконец-то. Так, получить. Давай просто возьмем с тобой. Выберить свет. Конечно, лед. У меня что это не прокачано. Блин. Ну давай возьму гарпун вместо топориков. Не помню, что делает гарпун на самом деле. Сейчас узнаем. Сейчас мы узнаем. По-моему, вытягивает кого-то с заднего ряда. Вроде бы так оно работает. Поехали. Сейчас проверим. Да, да-да-да, вытягивает. Так, минус волчара. Минус бабка. И остается дед зомби. Заморозим его. Свои ручонки мелкие, а? Че, никак? Давай с дробовичка. Бам. Здесь бросим улей. Опять же. Почему именно этих-то вытягиваешь? Почему не вот... Вот, вот так даже лучше будет. Отсюда он нам урон не нанесет, когда погибнет. А сзади, если бы стоял, он нанес бы. Так, свинота успела все-таки. Я хотел, думал, заморозить ее. Успею, ну нет. Интересно, а две стрелы в нее полетит или нет? Конечно, в нее. Динамит. Сразу улей. Добиваем слизня. И остается у нас тут тролль. Тыч! Прям в глаз ему гарпуном этим. Ну и, как видишь, все хорошо. Ну, здесь возьмем опять огонь. Да что вы мне даете какие-то карты-то? Я бы сказал бы. Которые не прокачаны, которые мне вообще не нужны, понимаешь? Вообще не нужны вот эти вот такие метеориты. Дали бы что-нибудь посерьезнее. Тем более там есть что давать. Поехали, начнем с динамита. Плюс заморозка сразу же. Эй, дед. Хитрожопый ты оказался. Так, этих-то подобьем. Отлично. Давай вот так вот сделаем. И из автоматика. Автомат, кстати, из Дума. Насколько я могу понимать. Помнишь, раньше игра была старая, Дум? Вот там такой же автомат был. Так, ага. Давай пробуем. Блин, даже муху навозную убить не можем, прикинь. О чем вообще тут можно говорить? Гарпун тебе. На 19 тысяч, нифига себе, какой мощный гарпун оказывается. Так. Впариваем. И уничтожаем. Тут вообще легкотня оказалась. Выбирай карту, берем заморозку. Акула. Это, по-моему, он стреляет этой акулой. Я не помню точно. По-моему, да. Вот это вот я хочу заменить. Винтовочку не особо она мне нравится. Ну что, в бой. Остается уже немножко поединков. Так что сосредоточились. Угу, окопался. Посмотрим, что это акула. Да, он стреляет этой акулой. 5000 в лицо прилетело, так неплохо, да? А я смогу? Нет, вытянуть не могу, но сразу уничтожил. Улей тогда сюда бросим. А этот сейчас звезданет мне своего окопа. А мы так вот улей. Ой, улей, динамит. Закинем и добьем холодильник. Следующая партия. Кстати, у нас с тобой копится арбалет. Вот это не арбалет, а как его назвать-то? Гарпун, да. Пинц. А, он еще сбивает, оказывается. Хлопнуло. Динамит нужен. Блин, срочно. Этот еще хильнуть успеет, да? Сам себя есть только.
сам себя хиляет на 51 тысячу. Пиу. Ну, акула неплоха, в принципе, да? Давай сделаем так. Улей. Акула. Так, отбрасываем. У нас есть и притягивание, есть отбрасывание. Слушай, ну мне гарпун так нравится, ледяной. Очень смачно, он очень много здоровья отнимает. Вот это мне прикалывает. Ну-ка. Хорошо, безумца убили. Так, а теперь остается этот охламон. Все, все, прошли, на изи. Раз, два, и будет босс. Здесь огонь возьмем и посмотрим. Аргумент или магнит? Ну, я возьму аргумент и поставлю вместо... Даже не знаю, вместо чего. Вместо дробовика, скорее всего. Ну что, поехали в бой, как всегда. Надеюсь, она будет такая же легенькая, как и в предыдущие разы. Свинота. Получи. Так, динамит закинем. Вау, сразу двоих. На тебе. Так, здесь, наверное, сделаем вот так. Оу. Плюс акула. Из арбалетика. Раз, два. В кого прилетит? Блин. Немножко не туда. Последний аргумент. Он себя оправдывает в этом смысле слова. Ну что, гоблин, все, извини. Прощай. Так, у этого Фродо со своим кольцом не успел поставить. Заморозился, да, бедолага? Давай так, наверное, сделаем. Так, минус. Давайте, холодильник минус. И остается этот кальмарус. Жих. С грибочком из Марио стоял он, оказывается. Ну что, получается у нас последний поединок, да? Выбираем заморозку. О, ракета. Вот ракета, это хорошо. Меняем на этот спутник. И поехали. Или последний, или предпоследний у нас поединок. По-моему, предпоследний. Все-таки на большом черепе это будет босс. Ну и что у нас тут? Так. Уничтожаем скелетошу. Давай, наверное, так сделаем. Распил. Остается, блин, заморозки нету, да? Жаль, удар в лицо. Акулу. А зачем акулу? Зачем нам его отбрасывать-то? Не то я сделал. Так, пришли. Ловите бонус. Электрик сразу отдуплился. Так же, как и Гринч. Ну, тогда и ты, уголек, тоже у нас. Опа. А уголек не просто оказался. Даже аргументов не взял. Вот так уголек. Холодильник. Оттолкнем. Сможем оттолкнуть его? Вообще крутенько. Так, бросаем динамит. Эти тут партизаны, блин, на первом... Ай-яй-яй. Так, что, сразу двоих, что ли? Двоих. Давай два выстрела прям в него. Все. Выбираем огонь. И смотрим. Ох ты, это что такое, друзья? Такую пушку я еще не видел. А ну-ка. Это будет, наверное, что-то с чем-то. Ну что, у нас, я так понимаю, последний бой, где должен быть Босяцкий. Смотрим, что за босс. Ага, такого мы видели. Погнали. А, на них же не действует, ну-ка. Афи, ты видел? Ты видел, сколько эта пуха бомбашит? Блин, заморозка же на него не действует. Нет, конечно. Сейчас он что-то... Он призыв... Да, он делает призыв и плюс отравление. Как неприятно. И эти еще такие жирные, ты посмотри. Допустим.
Вот-вот-вот-вот, пушка, давай-давай-давай-давай-давай, копись. Да хорош! Ну и что эта ракета мне сделает? Там осталось чуть-чуть. Е-е-е, босяцкий отдуплился, ребят. Все, мы получаем с тобой шикарнейший сундук, надеюсь. Так, приумножим опыт наш весь. Ну и давай посмотрим, что за награды. Так, кролик Дэвид, неплохо. Леденящий лук, выпадает нам пестициды, я ими не пользуюсь. Вот, ледяная боеголовка, это круто. Миномет. Овощевание. Угу. Шестеренки и энергия. Ну, естественно, умножаем. Ну вот, как-то так. Вроде бы неплохо побомбили. Почему-то на нашем сундуке опять 0 энергии, хотя я ее набивал. Здесь-то что такое? Получить награду. Получить награду. Я не буду здесь умножать, ребят, потому что здесь очень мало они всего приносят. Так. Просто получим. Так, выбрать друга отправляем. И здесь тоже кролика мы с тобой отправим. Пускай они там ходят, бродят, путешествуют по миру с карамелькой за щекою. Так, зайдем на нашего робота, посмотрим, что он нам принесет. Какую добычу. Наверное, левел-то получил. Нет. Ты не заработал себе на уровень. Ты серьезно? Он, наверное, где-то фейлится, ребята, скорее всего. Поэтому надо прокачивать. Подожди. Прокачивать здесь же вроде бы. Да-да-да. Только у нас, к сожалению, не хватает. Ничегошеньки. Атака от навыка. Пускай будет прокачана. И здесь тоже. Пока у нас чипы позволяют это делать, надо делать. И вместимость. Так, а вот здесь уже увеличивает силу удара. Хм. Наверное, все-таки вот здесь улучшу. Вот так вот. Пускай все будет. А я немножко удивлен. Неужели он не справляется? Вроде так смотришь, бомбит на раз-два. Причем сейчас вот, кстати, он получит... А, он на другую локацию перейдет, по-моему. Смотри, как рубашит. Странно, конечно. Так, ладно, получаем, что у него тут лежит. Без всяких там приумножений. Просто получить. Сундук ему освободили. Пускай он дальше здесь потихоньку фармит. Мы зайдем к себе в инвентарь. И смотри, Дэйва. Ну, естественно, кролика нужно прокачать. Понятное дело, это наша основа. Теперь мы с тобой что-то ведь новенькое вроде как получили или нет? Что-то я уже и не помню. А, вот она, эта пушка. Кстати, а вот этого я не видел. Тут и вот это, по-моему, не было. Это что-то новенькое, ребят, добавили. Или я просто уже давным-давно не играл. В общем, в любом случае, боеголовку вот эту прокачаю. Вау, полтинник, 50 уровень. Ну тогда давай уж холодильник прокачаем, чё. И улей. Тоже полтинник, да, получается. Все. Пока отлично, друзья мои. Все у нас хорошо, все великолепно. На этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.